Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сегодня посетил в Ханты-Мансийске новый пункт отбора на военную службу. Напомним, так называемый Центр патриотов России начал свою работу в этом году. Чтобы отправиться в зону СВО, в Югру все чаще приезжают из других регионов и даже стран. Тимур Чешков расскажет подробнее. Серб по национальности Боян Оджич вместе с земляками приехал в Югру из Белграда. Сибирские морозы его не пугают, ведь тут он ненадолго. Мужчина подает документы для прохождения военной службы в зоне СВО. Решил, потому что сербы и русские один народ, и надо помочь братской России. Так же, как они нам помогали во времена войны в Косово. В Центре патриотов, пункте отбора на военную службу, все происходит быстро, подчеркивает Боян. Тут проводят тестирование и медосмотры, собраны все специалисты. Не нужно ездить по городу и собирать документы. Спасибо вам. Центр патриотов посетил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Это уникальный для страны объект. Опыт его работы высоко оценили как кандидаты на прохождение военной службы, так и действующие военные. Пункт отбора на военную службу входит в состав Министерства обороны. Осуществляет комплектование вооруженных сил военнослужащим по контракту. Мы осуществляем прием всех граждан, добровольно прибывших с желанием поступить на службу по контракту вооруженные силы. Проводим отборочные мероприятия, профессионально-технологический отбор, военно-врачебную комиссию. После проведения всех отборочных мероприятий назначаем их на вакантную воинскую должность. Кандидатов, которые решили отправиться на службу из Югры, обеспечивают обмундированием, средствами защиты. Всего в списке 32 позиции. А по заявкам командиров воинских частей в зону СВО отправляется необходимое оборудование. Тимур Чешков, Александр Черник, Вести Югория, Ханты-Мансийск.